полная почага, моя банда, я вас приветствую. Смотрите, какая у нас сегодня красота. Находимся в Палермо. Такой вот своеобразный, удивительный, красивый город. И сейчас хочу прогуляться в сторону, ну, центра. В общем, мы и так в центре находимся. Просто прогуляюсь с вами, покажу вам улочки, да, настоящую такую живую жизнь палермскую, как она выглядит, чтобы вы могли видеть, смотреть, чувствовать, переживать. Естественно, все чувства, все переживания передать невозможно, всю атмосферу. Но что-то вам постараюсь показать. Почанга, почанга. Такая своеобразная здесь атмосфера. Видите, смотрите, вещи какие. Сейчас мы будем с вами через рынок проходить. Здесь центральный рынок, очень такой огромный и живой, очень живой рынок. Главное здесь не заблудиться. Но я уже примерно в городе ориентируюсь, поэтому я думаю, что я все-таки правильно выйду. Вообще, если я иду правильно, как я думаю, да, то я сейчас должен выйти на улицу, которая ведет к театру Массимо, которую я вам уже неоднократно показывал. Вот такие вот улицы. Почанга, почанга. Какая здесь атмосфера? Живая. О чем говорят, не знаю, но я так понимаю, что приветствует вождя. О чем еще могут говорить? Смотрите, видите, как очищает креветки. Так, будем идти, буду вам цены показывать заодно, да? Ну, в общем, такую общую картинку буду показывать, конкретно на чем-то заостряться не будем. Вот просто, чтобы передать сегодняшнюю атмосферу. Посмотрите, рыба свежая. Очень много здесь свежей рыбы, но оно и понятно, рядом море. Вон в ту сторону идут продукты, вот специи восточные, естественно, оливки. То есть оливки — это святое, можно сказать, для Сицилии, да? Хотя, конечно, не настолько Сицилия, не настолько святое, как, наверное, для Греции. Вот, но все равно оливки здесь — это такая местная фишка. Вот, я заметил, друзья, здесь очень много такого, знаете, именно барахла, вот реального барахла. Вот мы сейчас будем идти, вы сами тоже посмотрите. То есть такие вот вещи какие-то восточные такие, бывают дешевые восточные рынки. Вот что-то в этом роде напоминает, то есть, допустим, там за 2 евро, за 5 евро, за 3 евро. Вот много такого барахлишка. Вот смотрите, где они это берут, откуда они это привозят. Вот, и много индусов, пакистанцев, то есть, ну, китайские товары, да, такие дешевые, вот именно дешевые товары. Откуда они сюда приходят, я не знаю. Может быть, они их сами здесь изготовляют, а может быть и нет. Пропустим этого сеньора, который везет чеснок. Вот, есть, конечно, также и такие дорогие магазины, более для туристов, которые... Но местное население, оно приходит именно сюда закупаться, в том числе и фруктами, и овощами, и свежей рыбой, потому что все реально свежее, все настоящее, такое живое. И когда подходишь, даже вот здесь вот идешь, да, вот эти апельсины, фрукты, они реально именно пахнут, так, по-настоящему вкусно так пахнут. Почанга, почанга. Видите, как развозят что-то. Видите, смотрите, 10 евро, вон, 7 евро. Вот очень много разного барахлишка. Вот рюкзаки, вон, тапочки. Все такое. Вот, смотрите, 20 евро, 15 евро. Ремни. Вот, откуда они эти товары берут, вот мне сложно сказать сейчас. Допустим, если здесь день будет написано, просто для интереса. Я сомневаюсь, что это именно сицилийская вещь. Мне кажется, что это именно Made in. Вон, видите, вот ПРЦ, то есть какой-то то ли Пакистан, то ли... Да, ну то есть это не итальянские, не сицилийские вещи.
такие вот улочки. Ночью, вот именно вот в этих улочках, где мы сейчас ходим, здесь, конечно, очень красиво, но здесь пусто, и я бы не советовал бы здесь именно ночами, там часа два ночи, три ночи, да, прогуливаться, особенно девушкам. Вот, зарулил сейчас в очередной какой-то райончик. Ну, в принципе, все это в центре. Вот в данный момент вождь проживает в центре. И хочу вам так просто тоже, как обычно, в общем, да, прогуляться, показать атмосферу. Вот, смотрите, какие-то своеобразные штуки стоят. Вообще, что это такое? Очень непонятные такие вещи. Друзья, если вы знаете, что это, пишите. Или это просто такая сицилийская дизайнерская находка. Возможно, да, или же на самом деле это для чего-то предназначено, то есть какое-то практическое применение должно быть у этого. Так, куда же мы идем? Вообще в ту сторону у нас находится море. Тут такая набережная у нас, яхтами идет. Вот, сейчас прогуляемся, покажу вам, какие яхты здесь стоят. Может быть, увидите какую-нибудь яхту сицилийского мафиозика. Смотрите внимательно. Эти рыбы ловит сицилийский рыбак. Но яхт много здесь. Даже не яхты, а такие лодочки больше, да? Вот с парусами при том. Есть маленькие, есть большие. Здесь такая набережная идет. Очень много людей бегает, занимается спортом, я так заметил. Притом очень много людей занимается спортом в возрасте, то есть 50-60 лет, да, ну а молодых почему-то как-то я не заметил. Может быть, молодые, как Форест Гамп, бегают так, что уже выходит за пределы Палермо. Ну да, здесь много, кстати, рыбаков. Смотрите, сколько людей сидят. Эти, друзья, они ее не только ловят, они ее сразу и продают, оказывается. То есть здесь продается рыба. Вот смотрите, свежайшая рыба. Здесь такой запах стоит, знаете, такой настоящий. Такой вот прям чувствуется. Вот в ноздри прям вбивается вот это вот море. Вот эта вот вся техника. Тот же бензин там, да, солярка, что они используют, и рыба, именно запах такой рыбы стоит настоящий. Видите, вот так лодочку свою имеешь, причалил, и жизнь удалась, как говорится. Но на лодке жить, конечно, это очень прикольно, на самом деле. Если вы помните, я в Париже жил, притом там такая была огромная лодка, реально огромная. То есть целый коридор, огромная кухня. Притом сама одна кухня была как не просто кухня, а как это сказать, как студия. То есть, да, то есть, ну, со всеми удобствами, в общем. И когда лодка такая со всеми удобствами, конечно, жить очень прикольно. А если вот такие вот, там, если, допустим, какая-нибудь маленькая лодочка, то это могут быть большие зоопарки. Поэтому как-то так получается. Одним словом, все опять-таки зависит от уровня, ну и от желания, конечно. Для кого-то, возможно, и на плоту просто жить, это нормально. Я думаю, что в этом тоже есть своя романтика. Другое дело, насколько этой романтики хватает. Вот кому-то ее на день может хватить, кто-то даже на этот плот вообще залазить даже не будет, да? А кто-то может и месяц, или больше даже прожить по-разному. Ну, на той лодке, которой я жил, или яхте даже, я даже не знаю, как ее назвать, такая реально лодка это была. Вот. Там, конечно, жить был кайф.
такое своеобразное жилье это. Поэтому если вы куда-то приезжаете, у вас есть возможность поселиться в яхте, в лодке, такой в хорошей притом, да, то советую это делать. А если это в Париже, тем более, то вдвойне советую. На Сене, с видом на Эйфелеву башню. То есть, ну, это красота. Вот, красота есть красота. Так, можем пойти по этой улице, а можем вот по этой улице. Смотрите, какая красивая улица. Давайте вот по ней прогуляемся. Вот фрукты, овощи продают, как обычно, сицилийские. Здесь, друзья, можно апельсины брать. Смотрите, какие. Вот такие вот цены. Килограмм. А, 5 килограмм, 3 евро, если я правильно понимаю. Находимся в Палермо. Вот эта улица прикольная, мне кажется. Такая просто вообще сказочная. Ну, вот по возможности я выхожу в прямой эфир, как вы знаете. То есть показываю вам жизнь именно в онлайн, да, потому что видеозаписи, не знаю, когда получится их выкладывать. Вот мотоциклисты. Посмотрите, сколько мотоциклов там внутри. Ремонт. Ремонт мотоциклов там. Видели, сколько стоит? Вот здесь тоже какая-то мастерская. Не знаю, что здесь, но тоже что-то чинят. Такие вот переулочки Палермо. Кто-то здесь потерял свою обувь. Не знаю, при каких обстоятельствах это произошло, это можно только догадываться. Вон, видите, здесь Дон Чичо ходит, изучает обстановку на районе. Такой вот красивый фонтан. Вообще интересный, конечно, тема здесь. Смотрите, архитектура какая, да? Очень интересно. Не знаю, куда иду, но... переулки Палермо выглядят именно вот таким вот образом. Видите, какие здания? То есть они такие то ли заброшенные, то ли не заброшенные. То ли живут здесь люди, то ли не живут. Вот такая очень своеобразная атмосфера. Посмотрите, какая тема. Песик лежит. Так что вот так вот, друзья мои. Отправляет письмо, видите, сицилийское письмо отправляет дохлую рыбу. Кому-то направляется только что. Так. Ну да, если мы сейчас вот пойдем в ту сторону, то мы выйдем на Римскую улицу, которую вы уже знаете. Вот, а если в эту сторону пойдем. Так, может быть, здесь посидеть. Ладно, пойдем пока вперед. Где-нибудь потом присяду. В принципе, я сейчас не голодный, сытый, довольный. Местные семьи здесь о вожде беспокоятся. То есть у меня сейчас все нормально. Более того, у меня есть свой консильери, который в любое время, в любой момент я могу позвонить. И, в принципе, любые вопросы здесь у меня решаются. Так что... житуха такая нормальная. Не знаю, сколько здесь буду. О, смотрите, какие. Это кто вообще? Здесь, кстати, такая тема, друзья. Здесь парковку, машину ставишь, да, к вам подходят вот эти вот непонятные такие типчики. Им надо там еврик, 2 еврика дать. Чисто за то, что они типа смотрят за вашей машиной. Здесь такие системы. И говорят, если им не дашь этот еврик, 2 еврика, могут там колесо проколоть. Ну, то есть такие разные темы. Но это все так, знаете, то есть могут, да, опять-таки. Все зависит от того, кто ты, как ты, то есть какая тема. Здесь свои, потому что, допустим, вот я с моей канцелярией, когда ездил, естественно, к нему такие типы не подходят. То есть он знает, что сказать. Ну, это для него это шушера, то есть он так чисто подчанга и все, да, они даже в его сторону... и на его сторону его автомобиля даже не смотрит. Вот, а допустим, если кто-то незнакомый, то есть только прибыл, ну, допустим, турист какой-нибудь, да,
и он тему не знает, то может с проколотым колесом остаться. Вот такой сегодня у меня эспрессо, друзья мои. Всем, кто пьет, мы ждем. Приятного аппетита. Какие лошиный рынок, назовем его так, да? Вот смотрите, лук даже есть. Вот стрелы, лук, сицилийский лук. Ничего себе вообще. Вон вина какие-то. Вон монетки. Смотрите, сколько монет. Очень большое количество монет. Вот, смотрите, видите, лежат бланки от пачангерских паспортов. Но я уже, друзья мои, взял очень хорошие бланки 60-х, 70-х, 80-х годов, взял бланки такие реальные, именно раритетные, да, я выбирал. Вот, не поленился, как говорится, очень долго сидел, до того долго сидел, что мне даже принесли стул, то есть посадили, кофе налили, ну типа, чтобы я не напрягался. Вот. Мне показалось, что это будет более прикольно, когда, знаете, раритетная такая тема, то есть не новые бланки, а именно старые, дать им новую жизнь. Смотрите, какие здесь темы. Ну, смотрите, темы какие продаются здесь. Вот так вот. Ну, смотрите, даже на русском написано, если я не ошибаюсь, да, первенство. Первенство, видите? Да. Чего только нету. Вот так вот Палермо. Интересные вещи. Так что бланков я взял, как уже сказал, раритетных бланков. Дадим им новую жизнь. Посмотрите, какой телефон Дона Корлеоне. Вот так вот. Так, ну что? Ой, какой музончик здесь играет красивый. Вот, зарулим в парк. Чуть-чуть посижу в парке. Такая вот банда моя жизнь, такая вот здесь красота. Вот. Мир, конечно, удивительный, просто удивительный этот мир. Красивый и удивительный, да? Чем больше для себя открываешь, тем больше это осознаешь, тем больше это понимаешь. Пачанга, пачанга, бомбини. Сейчас где-нибудь присяду, подумаю. Иногда, знаете, так просто садишься. И вообще, кстати, я вам тоже советую, это особенно тем, кто находится таки в городах, кто находится в такой постоянной жесткой системе, да, ну, в рабстве особенно, да, кто сильно вот не может из этого выйти, я вам просто советую иногда, ничего себе, она ему воткнула, не знаю, видели вы это на камере или не видели, но такой... Такой ударчик она ему нанесла, такой хук. Смотрите, какое дерево красивое. Вообще красота, просто красота. Смотрите, какое удивительное дерево. На Канарах такие деревья были, я помню, еще где-то они были. Вообще, а вон, смотрите, смотрите, смотрите. Она конкретно недовольна им из-за собаки, в общем, они что-то там впрягаются. Ты моего тузика, говорит, не трогай, иначе я тебе порву, как газета «Правда». Вот такая вот красота здесь. Так вот, что я хотел сказать. Иногда отходите чуть-чуть от этой суеты и оставайтесь с самим собой наедине. Просто думайте, задумывайтесь. Это очень важная вещь, друзья мои, потому что мысли должны быть свободными. Если у вас мысли будут свободными, вы меньше будете зависеть от внешних каких-то обстоятельств, которые постоянно на человека обязательно давят. Вот, ладно, такая небольшая прогулочка. По дневному Палермо. Надеюсь, вам понравилось. Оставайтесь свободными, берегите себя, друзья мои. Двигаемся в Голливуд, солнечную Калифорнию. Пачанга полная.